и принесли царице корзину со смоквами. А в смоквах тех был спрятан аспид, как сама царица и велела. Вынула Клеопатра ягоды, обнажила руку и подставила под укус змею. И лежала на золотом своем ложе мертвая. Матушка, поела бы, третий день не ешь, не пьешь. И лекарь тревожится. Матушка, матушка, матушка. Признаков яда лекарь не углядел. Стало быть, своей смертью померла. Стало быть так. Я думаю, Афанасий Иванович плохо сделал свою работу. Здоровье у царицы крепкое было. С чего это вдруг? Жаль, время упущено. Обвиняешь? Меня? Гордыня, князь. Думаю, недруги по-прежнему есть у нас. Рядом они. А ведь прав Басманов, государь. Больше розысков надо. Больше. Везде измена зреет. Надо бы всех перетрясти, хаш крестьян, хаш бояр. Всех бы пошупать. Ну, ищите. Широко раскинулись изменные сети. Во все концы людей отправляем. До всего дознаться. Метлой вырасти измену! Стоп!